Сказал же. Все, кто уходит на это сраное задание, погибают.
Ничего, я подожду. Буду ждать, сколько... Потерял что-то, старик? А ты нет. Что ты тут делаешь? Здесь небезопасно. Что ты видишь, глядя на эти руины? Я везде вижу свою историю. Я пережил все кризисы, все бунты, а потом у нас все отняли. Боюсь, я все пропустил. Земли нет. И здесь все потеряем. Мы все теряем. Всегда. Может, так нужно? Я оставил в хижине кое-какие ценные вещи. Я тут и минуты не протяну. Расчисти путь, и я покажу тебе, где они. Хоть раз бы увидеть дом. Побудь здесь. Я разберусь. Мой старый дом находится у радио... Этот грузовик в плохом состоянии. Все полезное я из него вытащил. Доктор поедет с нами. Первопроходец, чем могу помочь? Скажи мне, Захеди. Эй, это наш последний спутниковый канал связи. Я его очень долго искал. А как ты о нем узнал? Отец. Я нашел упоминание о нем в его записях. После приземления он искал источник сигнала. Задолго до нас. Он первым отправил экспедицию. Я был еще ребенком. Ты полетел на Енох в детстве? Угу. На борту Флорес было мало детей. У отца была привилегия. Он мог взять с собой членов семьи. Почему мы не знали об аномалии до приземления? Ее должны были обнаружить. Это точно. Обещали нам совсем другое. В каждом отчете, который приходил отсюда, было одно и то же. Они нашли настоящий рай. А не мир, который будет пытаться убить нас любой ценой. Мы бы тогда не улетали. Так и что произошло? Я не знаю. Мой отец изучил эту планету вдоль и поперек. Он был в совете, который выбрал ее. Очевидно, что-то случилось за те 67 лет, что мы спали в гиперпространстве.
что-то изменило планету. Аномалия. Что-нибудь знаешь о ней? Ну, почти ничего. Мы ее так назвали, потому что не понимаем. Она не подчиняется законам физики. Это фундаментальная сила природы этой планеты. Электромагнитная и гравитационная. Но это чем-то похоже на атмосферную систему. Погоду. Ее даже можно прогнозировать. То солнце, то дождь. Обычно дождь. У меня есть теории, но научный метод основан на наблюдении, гипотезе, экспериментах и экспертной оценке. Беда в том, что экспертов нет. Мне интересно, а вдруг есть другие непробужденные первопроходцы? Ну, это возможно. Мы с Джейн не собирались искать твой отряд. Мятежники были близко, не было времени на поиски кого-то еще. Ты и так знаешь, насколько опасно в первом городе. Но я бы хотел первым узнать, что там. И мне любопытно. Пойду проверю. Если бы мы смогли найти других первопроходцев, наша миссия перестала бы казаться невыполнимой. То, что мы пока не нашли первопроходцев, не значит, что их нет. Thank you.
Криокапсула с тобой находилась в старой лаборатории у реки. Начни поиски там. Так это первый город? Прям город-призрак. Что случилось? Эти гении разбудили 500 000 человек, хотя нам еды-то едва хватало. И поселили их в городе, рассчитанном на 50 тысяч. Можешь представить, как было весело? Люди заперты в коробках, мрут от голода в своем же дерьме, как в каких-то трущобах. И везде, повсюду эта чертова аномалия. Бури убили лишь пару тысяч. И начались восстания. Так значит, мятеж уничтожил город? Нет. Подавление мятежа. Это был сущий кошмар.
Эй, старик, как тут все было в самом начале? О, это настоящее чудо! Промышленные 3D-принтеры создавали все нужное из ресурсов Еноха. Мы строили город на чужой планете с бешеной скоростью. А потом начались бури. Ты видел первую бурю? О, да. Небо горело, техника сходила с ума. Весь город погрузился во тьму. Только молнии и крики. Я видел, как людей поднимало в воздух, как трещали деревья и бушевали пожары. Все надежды на будущее на Еноке исчезли в один миг. А после взрыва двигателя? Сдохла электроника. Спящие просыпались по тысяче в час. Нас пытались успокоить, но не было ни еды, ни лекарств, ни убежища от этих бурь. Зак закрыл ворота и бросил нас подыхать. И мы бы и подохли, если бы не алиумы. Я в душе не мятежник. Я хотел, чтобы нам дали, что обещали. Здесь полно мятежников. Придется разобраться.
Можешь идти в свою хижину, контейнер 99, но... Спасибо. Подожди меня здесь.
Что здесь случилось? Чьи это могилы? Сара, Элоди, Мишель. Они не виноваты. Меня выбрали главой общины распределять еду. И да, я что-то брал себе девочкам. Или они должны были голодать? Казалось нормальным менять еду на услуги. Я брал лишь еду. А они забрали у меня все. Но ты говорил, у тебя есть... Для меня ценны лишь воспоминания. Бери все. И уходи. Я еще побуду здесь. Захеди, почему никто за 30 лет не разбудил первопроходцев? После того, что случилось в лесу, решили сначала найти лекарство, но не нашли. Но раз его нет, я мог бы умереть, когда ты открыл мою капсулу. Ну, да. Прости, я думал лишь о том, как установить связь. А, ясно. Приоритеты. Дневник.
Я нашел накладную, где сказано, что Зак перевез большую часть капсул в другое место. Здание Б-2. Тут есть карта. Вроде Б-2, это большой блок за мостом. Должен быть слева. Как туда добраться? Иди вдоль городской стены и доберешься до здания.
Я внутри. Ищу криокапсулы. Я нашел Скарстета. Ты о чем вообще? Он жив? Нет. Зак сделал из него террариум. Да ладно. И Скарстета? Вот дрянь. Я сражался с ним вместе в Багдаде и Каракасе. Он не сдавался. Такие, как он, служат до старости. Если доживут. Захеди, Зак ставил на нас эксперименты. Ты в курсе? Нет. Нет, не знал, клянусь. Но первопроходцы стали нулевыми пациентами, и они вас изучали, чтобы спасти всех. И походу убивать нас? Вот ублюдки.
Мне так жаль. Я так скучаю по вам, девочки. Ну что там в итоге? Никто не выжил. Мне очень жаль. Но кое-кому все же удалось выжить. Твоя криокамера смогла проработать все эти годы, несмотря ни на что. Тебе невероятно повезло. Ну, это... мы еще посмотрим. Мне жаль, что тебе не удалось найти других первопроходцев. Рад, что наш грузовичок снова в деле. Он ничего так, учитывая, как его спасал. Никак не могу привыкнуть к твоему виду. Ты прям как будто ожившее воспоминание.